коронавирусом справились уже 64 597 человек. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Тестирование для выявления новых фактов заражения продолжается. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 352 жителей края. 23 пациента скончались. Самый надежный путь защитить свое здоровье – вакцинация. Важно также соблюдать и меры профилактики. В Грачевском округе стартовал капитальный ремонт изношенных участков Кугультинского группового водопровода. Объект снабжает ресурсом Тугулу, Кугульту и Верхнюю Кугульту. Специалисты уже приступили к замене труб. На место старых асбестоцементных укладывают современные полиэтиленовые. В общей сложности обновят 10 километров водовода. Работы проходят в рамках программы развития водохозяйственного комплекса Ставропольского края. В станице Синтукской предгорного округа к концу сентября должен заработать новый детский сад. Здание рассчитано на 160 воспитанников. Там есть бассейн, спортивные и музыкальные залы, а также комната психологической разгрузки. Сейчас учреждение комплектует штат педагогов и набирает группы, сообщает окружная администрация. На стройку садика выделили больше 250 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В Железноводске уже в следующем году начнут стройку большого спорткомплекса. Администрация города анонсировала, что в новом здании будут скалодром, площадки для стритбола, тенниса, волейбола и воркаута. Кроме того, оборудуют скейт-парк, тир и спортзал. Комплекс станет филиалом училища Олимпийского резерва. Сейчас для проекта ищут подрядчика. В Ставрополе обновили участок дороги на улице Биологической. Специалисты постелили почти километр асфальта, нанесли разметку, установили новые бордюры, сообщает горадминистрация. На пешеходных дорожках уложили тротуарную плитку. Все работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».